Марусь сидела, так я, ну, в общем, вот, ну, с двумя семьями сидели, смотрели. На здоровье не жаловался, ничего. Нет. Никак. А вот вообще вы поддерживали с ним связь на постоянной какой-то основе или, ну, как поздравляем по праздникам, скажем так? У нас есть общий круг друзей, где мы постоянно видимся, где встречаем какие-то большие праздники. Вот в этой компании нередко видимся. Ну и, конечно, на каких-то совместных мероприятиях всегда артисты встречаются, на концертах различных сборных. Тоже в одной гримерке там не раз оказывались. А на здоровье тогда внимания его не обратили? Хорошо себя чувствовал, выглядел? Володя сделал большой человеческий подвиг. Он победил онкологию, с которой в начале 2000-х встретился. Это было, если я не ошибаюсь, онкология лимфы. Это две пересадки костного мозга. Ну, в общем, большой бой, который он прошел, выдержал и победил. И человек, который пережил онкологию, ну, наверное, по умолчанию не может быть стопроцентно здоровым. Но Володя никогда не жаловался, всегда был в строю. Ну, может быть, не так бодро прыгал, как в составе группы «Маман», но всегда выглядел достойно и, ну, не жаловался. Его посещение зоны специальной военной операции, именно об этом говорят, что человек всегда был готов на поступок. Именно такой, который должен остаться в современное время осуществлять. Спасибо большое. Друзья, у нас было много совместных концертов. Ну что, это действительно большая утрата и для его супруги, прежде всего, для его дочки. Это человек, который на сегодняшний день много внес в российский шоу-бизнес, в российскую культуру музыки. И очень жалко, что в таком раннем возрасте его не стало. Это для нас, ну, большая печаль такая вот. И я его, вот мы с семьей часто, я с детьми, он с ребенком. Мы встречались на всяких мероприятиях детских и, конечно же, участвовали во многих передачах. Ну, в общем, человек души, человек открытый, человек хороший, человек тот, который можно и поговорить и про жизнь, и про музыку. Но его не стало, Царство Небесное. Я только уважение его семье и ему. Когда вы последний раз виделись? Вот буквально недавно на премии Виктория, гала-ужин премии Виктории, там вот мы виделись последний раз, он был в очень хорошем настроении, классно выглядел, и никто никогда даже не подумал, что такое могло случиться через буквально две недели. Может быть, вы общались, помните? Последний... Общались, конечно. Я имею в виду последний раз, о чем разговаривали? Разговаривали, ну, как всегда, ни о чем, просто ха-ха, хи-хи, там, как дела, как семья, какие-то такие вещи, пофоткались, поприкалывались, посидели. То есть было настроение, все. Ну, никто даже не подозревал, что такое возможно. Я вот на гастролях были мы, я когда увидел, я прилетел, открылся этот самый телефон, а там вот такая мне новость прилетела. Я просто до сих пор не могу прийти в себя. Это просто невозможно. Извините, были ли у вас какие-то совместные планы, может, творческие? Ну, конечно, он предлагал поучаствовать в концерте. Он же как режиссер участвовался. Он приглашал многих артистов в свою историю. Конечно, были. Вот. Но, к сожалению, вот все только начиналось, все только хотелось что-то делать. Но как... ну, судьба вот так вот распоряжается не очень хорошим образом, я бы так сказал. Какое, может, самое яркое, вот, самое теплое воспоминание о Владимире? Ну, когда мы вместе, мы очень часто вместе в одних компаниях, понимаете, были. Сидели, день рождения, Новый год, я не знаю, ну, в одних компаниях вместе встречали. Такие. Детские передачи. Ну, да, ну, короче, какие, ну, вот. Он уже как взрослый человек был, он же для меня был как человек, который, наоборот, указывал какие-то моменты, что я от него учился чему-то, потому что, ну, сами понимаете, намного старше. Ну, не намного, но старше именно в музыкальном плане. Давно на сцене. А самый ценный совет, может, вспомните? Ой, нет, сейчас лучше не надо. Давайте я лучше пойду, все. Ну, очень светлый, очень добрый человек. Что может быть, добрый, хороший. Вы дружили? Да. А когда последний раз пообщались? Буквально дня три назад мы виделись на премьере фильма. Не помню, как называется.
назывался фильм, да. Ну, периодически, в этом году вообще часто виделись. Но гастролировали вместе. Ну, а вы знали, что он тяжело болеет? Да, конечно. А в каком он состоянии был, вот, когда вы увиделись? Ну, в принципе, он давно уже был в таком состоянии. Мы все знали, что он борется с болезнью давно, вот, но как бы он ничего не помещал. Ну, то есть он не кашлял, не задыхался, ничего такого не было? Ну, нет. Ну, может, не знаю, как-то, как будто температура, может, была, выглядела. Нет, я такого ничего не заметил, поэтому как бы, это, конечно, все очень неожиданно. А перекинуться пару слов вы успели, ну, может? Конечно, а что он сказал напоследок, вот вам, может, вы помните? Никто же не знал, что это будет последняя встреча, поэтому, я не знаю, ничего такого особенного не было сказано. Мы просто были рады увидеться, обнялись. Вы же, наверное, в 90-х годах, в начале нулевых, гастролировали вместе. Может, есть какая-то история, которая вот вам близка? Ну, мне больше всего запомнилась наша последняя, наверное, с ним гастроль. Мы были в Саратове. Это вот было в этом году буквально недавно. Вот. И после концерта мы очень хорошо посидели с организаторами. Вот, и Вова вышел и спел песню группы «Воскресенье». Я помню, что меня это так поразило, потому что он здорово спел ее, очень от души. Вот, и мы вообще сошлись на том, что мы любим песню группы «Воскресенье» оба. Это было здорово. А что вы можете о нем сказать, как о человеке? Ну, прекрасный человек был. Очень светлый, очень добрый, позитивный. Ну, что сказать? Шоу замечательный. Там потрясающий артист, человек, который подарил миллионам людей настроение, улыбки. Я думаю, многие всегда, конечно, будут и помнить ее. Все старты наши будут уже. Он был попечителем нашего фонда на протяжении 9 лет. Володя был попечителем. Такая новость. Я не ожидал чуть. Поэтому так не поддерживал, пока не писал дочерям. Марусь написал соболезнования, но сегодня мы с увидимся. День не извините. Спасибо большое, прошу. Thank you.
правильно выбрал путь, попав в группу. Что здесь очень все любят трудиться, поэтому ты трудись. Вот. И, конечно же, это самый теплый. Но тогда у меня мама умерла, Володя сумел меня утешить, вот, как старший брат. То есть все как-то близко. То есть как-то мы общались довольно часто, но когда вот такая ситуация, в которой не ожидаешь, очень что-то было прям больно. А он жаловался на здоровье, может быть, сам? Да нет, он вообще как-то, что было, никогда не жаловался. Но я знал, что у него есть затяжные, сложные, но вообще как будто бы ничего вообще не подвещало. Я в шоке, если честно. А какой был последний разговор с ним? Что за поздравление мою дочь с днем рождения. У меня 14-го было у меня день рождения, а 15-го его забрали за мать. В общем, как бы потом мы сообщили. А вот то, что он ушел из группы, то, что у него уже была своя жизнь, своя карьера вне группы. Как и у меня. Но мы все равно общались и с нынешними, и с бывшими, и со всеми, те, кто раньше. У него все круто сложилось, у него много концертов, у него 23-го должен был быть концерт. Вот. Я думаю, у нас есть там у друзей предложение сделать большой концерт, чтобы все средства пошли на помощь семье. Ну, в памяти Володи. То, что останется в памяти, может быть, какое-то событие хорошее. Может быть, какая-то была история, та, которая... Между Владимиром Александровичем и солистами группы, также между Варей Каримовичем и Лихатцевым были натянутые отношения, и по некоторой информации они не общались, но ну вот я, да, немножко так, чтобы ники не задавить. Сейчас только телефон, не лифт, пожалуйста.
Лариса диктовала и на прощание солисты группы «Мона», и также Борис Каримович Лубас, потому что мы уже все написали, что последний год будет. Что сегодня вы пришли. Он нас всех ждал на концерте своей. Спасибо, кто был с нами на нашем концерте.
чтобы вы его запомнили. Вы такие молодые, вы счастливые. Это песни его, это он автор. Музыки и слов. Давайте ее послушаем, проводим. Последний. Спасибо вам. Церемония прощания, церемония захоронения Владимира Левкина подходит к концу. Кто не успел возложить цветы, пожалуйста, нужно это сделать. Ну а мы же с вами прощаемся. Да, это не бедный. Подождите. Там как-то.